Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами школа рукоделия, я Вика. Сегодня у меня разборчик вот этого жилета. Девчонки, мне он очень понравился, не знаю как вам, но я почему-то уверена, что вам он точно так же, как и мне, очень-очень понравится. И вот на осень самая-самая такая классная моделька, смотрите какой он классный узор. Я сделала схему. Здесь будет, скорее всего, видео не мастер-класс, а вот такой вот обзорчик, и, скорее всего, посоветоваться с вами. Я склоняюсь к тому, чтобы его связать подробно. Вот, поэтому попрошу вас высказать свое мнение, как его сделать с определенным расчетом на каждый размер, то есть просчитать каждый размер, потому что здесь узор, и поэтому нужно как-то основываться, ориентироваться на этот узор и, исходя из него, вязать. И еще хочу, то есть ваше мнение по поводу этого жилета, как вы хотите, чтобы был мастер-класс, либо мы вяжем один размер оверсайз, подробно, по петельно. Ну, в общем, любое ваше мнение я учту. Вы мне пишите, а я уже по большинству определюсь, как какой мне делать. Вот. Схемку я нарисовала, к сожалению, не очень хорошо видно. И вот сейчас я вам снимаю вот эти вот как бы подводку. И я уже вижу, что я ошиблась. Жду ваших мнений. И еще, девчонки, кто опытный, у кого есть опыт с пряжей, посоветуйте, какую пряжу, чтобы было проще и мне, и вам. То есть все советы я ваши тоже просмотрю в интернете, пороюсь, посмотрю, что есть в доступе, и как так, чтобы в любом учитывайте то, чтобы в любой стране можно было купить и вам, и мне, и другим зрителям, потому что другие тоже. Так, сейчас я быстренько, буквально, сам жилет, он простой, как бы крой. Резинка 1 на 1 в конце, пряжа толстая, спицы там семерка, восьмерка, я так, ну, может, шестерка, ну, в общем, приблизительно так. И снизу резинка, ровное полотно аж до плеча, спинка, передняя деталь одинаково. Здесь мы убавляем в каждом лицевом ряду по одной петле, то есть здесь у нас получается петли закрываются как при погоне. Вот такое вот, как оно называется, кокон, эффект кокона, в один раз в втором ряду, один раз во втором ряду. Классический круглый вырез горловины, классический круглый вырез спинки. И воротник стойка резинкой 1 на 1. Все, по крою у нас все элементарно просто. Эффект нам дает пряжа и эффект нам дает узор. Что касается, а здесь обвязано резинкой 1 на 1, все обвязано. Там, я так предполагаю, сейчас я посмотрю, чтобы быть точной. Значит, стоит он у нас 79 700 рублей. Вот, а по размерам, ага, есть у нас тут размеры, то есть все-таки он по размерам. 2XS, 3XL, девчонки. Пишите, опять же, пишите свое мнение, вот как лучше, так, чтобы оно было всем удобно, и чтобы мастер-класс был как бы максимально полезен. Схема. Теперь схема. Вот я ее нарисовала, девчоночки. Но вот сейчас смотрю, вот правда, и вижу, что там есть еще вот здесь вот у нас накиды. Вот такой вот ромбик. Здесь как бы ножка листика, а здесь ромбик. То есть не я показываю вам, что она, но я ее доработаю. Вот видите, как со схемами. В Инстаграме только подписан у меня 6 листов было образцов. Вернее, начало, как бы я рисовала эту схему. И вот только сейчас до меня дошло, что там еще есть. Очень плохо на фото, я по фотографии рисовала схему. Вот мне надо было видео посмотреть, что я не сделала, к сожалению. Вот, ну, в общем, это ориентировочное. Мне кажется, что вам очень тоже, как и мне, понравится этот жилет. Поэтому давайте его свяжем. А вот как свяжем, зависит от вас, потому что я всегда подстраиваюсь под вас. Но этот именно жилет, этот жилет не получится как бы подогнать под любой размер. Тут надо основываться на вот эти вот ромбы. Вот, поэтому вот так вот, девчонки. Так, жду ваших мнений. Уже середина лета, уже потихонечку нужно готовиться к осени. Летом мы уже себя одели, теперь будем готовиться к осени. Все, девчоночки, на сегодня все. С вами была Вика, школа рукоделия. Всем пока-пока.